1 декабря в культурном центре «Ковчег» в Минске состоятся показы фильма «Мамино письмо», который расскажет всю правду об абортах. В основе фильма реальные истории, которые изменят вашу жизнь. Начало в 13:00. В ролях Ольга Карасько, Олеся Железняк, Николай Перминов, Кристина Новикова, Юлия Бруякина. Вход свободный. Выбрать личный комфорт или сохранить жизнь будущего ребенка. Перед таким выбором находятся главные героини картины. Через давление окружающих, сомнения и переживания каждая приходит к своему решению. Одна становится счастливой матерью, другая не может простить себе преступного малодушия. Как не допустить детоубийства? На кого рассчитывать в таких ситуациях? Почему родительство – это радость, а не обуза? Обе линии фильма, художественная и документальная, помогают зрителям ответить на эти вопросы. Также есть возможность группового просмотра для школьников или студентов 16+. Запись по телефону. +375 29 227 05 35. Наталья.